Книга «Открытым оком», том 1, тема «Природа», вопрос 476. Почему и зачем Бог сотворил и сохранил от потопа блох, вшей, тараканов, клопов и всякую другую нечисть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 1.31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Псалом 150, стих 6. «Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! В раю и в Царстве Небесном порядок вещей был и будет другим. Никто никого не будет поедать». Исаия, 11 глава, 6 по 8 стихи. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе». И малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Все эти твари сегодня нужны для того, чтобы наказывать человека. Иисус Навин, 24 глава, 12 стих, «И послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей, аморейский, ни мечом твоим, ни луком твоим сделано это». Псалом 104:31. «Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы, во все пределы их, скнипы, комары».